Всем привет! С вами я, Кирилл, и сегодня видео с вебкой! Да, вы конечно, этого не ждали, я просто решил заснять с вебкой. Короче, пофиг! Сегодня мы будем убегать из подземелья. Давайте же начнем быстренько это все проходить. Так, чекпоинт, наверное, сработал чекпоинт. Ладно, проходим, прыгаем. Что, не падает? Нет, не падает. Это, наверное, так, для новичков, чтобы они боялись, что... Они упадут. Так, дальше. Чё у нас? Локс, танц, пошла нахрен. Ты английская, я тебя не понимаю. Вообще нахрен? Ну, кстати, я понял, почему, зачем учить английский. Потому что если это геймер, могут попадаться английские игры. Ну, короче, ладно. Короче, ну вот, я уже прошел половину. Так, первый чекпоинт. Так, надо быть осторожным на вот этой херне. Все понятно, я тебя хорошо понял. Так, проходим тут. Вот тут вообще быстро, наверное, да? Нужно быстро пробежать! О, все, мы пробежали наконец-то. Еще даже ни разу не умерли. Или умерли. Но я не знаю, умирали мы или нет. Короче, ладно. Короче, оцените моего котика на спине. Смотрите, у меня есть котик на спине. Короче, пофиг. Проходим. Господи, куда? О. Так, что у нас? Найди в сундуках. О, ура! А в этих что может быть? А ничего. Ладно, открываем. Может в этом? Ай! Кого? Иди нахрен с этим новым модом. Так, в каком? В этом вроде мы нашли, да? Да. Короче, он медведь. Скоро медведь, ничего себе. Да чё за херня? Чё не открывается? Мне случайно не залагали сервер? Да нет, не залагал. А почему мне дверь не открывается? Девочка, может ты мне поможешь? У меня дверь не открывается. Чё за фигня? Что за хрень? Девочка, помогай! О, открылось, во, наконец-то. Так, пацан, что ты тут лыбишься? Иди нахрен. Так, что у нас тут? Что у нас здесь? Наверное, сейчас микрофон. Меня было плохо слышно. Ну, сейчас мне охренно слышно. Короче, надо не наступать на эти капканы. Все, я понял. Так, вот так. Интересно, будут какие-нибудь боссы или не боссы? Я не знаю, будут ли это боссы или нет. Так, теперь мы прыгаем здесь. Сюда, наверное? Потом. А, стоп, может сюда допрыгнем? О, допрыгнули. Сюда. Потом сюда. О! Какая маленькая дырочка. Дырочка, да. Так, а я не разобьюсь? Так, дальше. Вот мы открываем. Что у нас тут? А, нельзя на камушки наступать, типа, что ли? Типа, нельзя на камушки наступать, типа. Ой, а тут-то еще какие-то шипы на потолке. Офигеть. О, боже, это что такое? Так, интересненько. Смотрите, внизу это лава. Так, это не нельзя наступать. Это... Господи, в каждом обби я всегда видел лазеры. Вот, например, никакого обби нет без лазеров. Чё это? Чё мне? В тебя, что ли, залезать? А вдруг я сгорю? Девочка, нет! Это... О, господи. Это что было сейчас вообще? Так. Так. Что это? Шина. Оказывается, надо было это. Просто паркурить тут. Оп. Почти. Оп. Ей. Блин, так долго добежать до этой херни. Блин, меня бесит эти хлопки.
Да блин, я чё давно не убирал эту хрень? Да ёб твою мать, чё за херня-то? У меня случайно запись не закончилась? А, не закончилась. Так. Чё мне делать, сюда вылезать? Ага, рычаг. Ой, надо быстрее бежать, пока это, пока рычаг это не, ну, не сломался рычаг это. Так, мне даже опасно так проходить, а то если будет стоять тут, а дверь закроет, тебя жопа будет. Так, куда мы сейчас идем-то? Просто по лестницам? Что? И? По лестницам просто бегать, что ли? Да нет, нифига там бежу, чекпоинт. Добежать до того чекпоинта. Так, все, дальше так пропрыгиваем. А мы уже умерли, как где? А, просто ты не туда надо было, а что надо было делать? А куда надо было? Там это, только... Ой. Там было только это. Ага. Куда-то мы поехали. Куда? Чё за херня? Я не понимаю, как там забираться-то? Да стой, куда ты покатилась-то? Нет. Так. Может на этой стоять? Ай, зуб пропал. Куда так быстро? Я сейчас упаду за текстурку. О, ура! Ура! Так, на вот это нельзя наступать, все, я понял. Это меня бесит, да! Это я подыхаю. Просто если задену один хотя... Ну вот. Хорошо, что так с аксессуарами не работает. Что задел ты аксессуар, например, например вот так. Все, ура. Так, куда мы? Капец, это не подземелье, это какой-то замок. О, господи! А он случайно не извержает огонь? А, ну да, это же дракон. Господи, мы теперь во рту будем. Это теперь никакое не подземелье. Это теперь какой? Да чё за херня? Да как так-то? Ладно, давайте еще раз. Только делаем вот так. Нет! Да чего это такое? Я не понимаю, как это. Так, еще раз. Ой, чекпоинт! Чекпоинт, как нажал. Нажал на чекпоинт. Так, вот так. Так. Черепа. Он кого жрет? Людей же, да? Так эти черепа... Какие люди тут живут-то? Если здесь такие черепа, они и то больше меня. А это что? Ребра как его, что ли? Или что это? Похоже на бассейн. На бассейн, там стены специально. Ну, как тут освещено. Теперь, ну, откуда у него лаву? А, ну, естественно, он же огнём держит. Интересно, драконы существовали, как и динозавр? Ой, как и тоненько. Ага, это еще херня пропадает. Так, вот так, потом вот так, потом вот так. Напишите в комментариях, существовали ли драконы. Так, куда? А мы что, из жопы вылезли, что ли, или откуда?
Хоть долгий-то побег. Тхис, давай, че ты нахер бесишь, блядь, так. Так, дальше. Subscribe to Fat Peps. Fat Peps. Это что, канал, что ли, их? Так. Думаю, это конец. А то оно капец долгое. Ну куда мы идем? Давайте, скажите. Куда мы идем? Так долго. Опять эта херня. Да ёб твою мать-то. Хоть нормально. Хотя все равно ноги за текстурку выходят. Ау, наконец-то. Так. Так, я думаю, это конец, а то я там уже ничего не прогружаюсь. А где я, господи? Капец, далеко идти! Это что такое? Что, реально, так далеко идти? Может, тут какая-нибудь машинка есть, вертолетик. Вертолетик, ага. Вертолетик. Вертолетик прилетит, ну да. Это какой год-то, какой этот век-то? Ладно, дойду. У холодно, окно закрыть надо. Fat Peps. Fat Peps. Напишите в комментариях, нравится ли вам видео с веб-камерой. Это конец! Так. Yes! Это конец! Подпишитесь на канал Fat Peps. Ага, сейчас подпишусь я вам. Так. Ой, тут можно сделать такие штуки. Классные. Тут еще танцы. Танцы, танцы на воде. Танцы на воде. Да. Ну, что сделаем мы? Закончим этот ролик. Ух, можно потянуться и позевать. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Так, как сейчас видос-то закончим? Дальше.